Отказ тормозной системы стал причиной аварии на Новоузенской. Напомним, в минувшую пятницу при спуске с Кумысной поляны 22-летний дальнобойщик, перевозивший крахмал из Воронежа, снес забор на детской площадке и протаранил многоэтажный жилой дом. В результате аварии водитель КамАЗа погиб на месте. Сейчас сотрудники полиции продолжают расследование этого ЧП. Основная версия – отказ тормозов. По словам правоохранителей, сидевший за рулем мужчина также нарушил правила дорожного движения. Явно водитель нарушил требования знаков, которые стоят, движение грузовым запрещено. И предварительно все-таки он ехал на тормозах, долго держал на тормозах. Случился перегрев тормозной системы, в результате чего автомобиль потерял управление.